И в развитии темы. Чтобы понять масштаб работы ведомства, один день с прокурором Николаем Осиповым из Батрева провели мои коллеги Татьяна Трофимова и Павел Редков. Наш прокурор района за прошедшие сутки заявлено сообщение криминального характера на территории района не зарегистрировано. Проверка сводок в полицейском участке и поход в изолятор временного содержания. Ежедневно с этого начинается работа районного прокурора Николая Осипова. Его задача – защита прав граждан. И неважно, потерпевший это или преступник. Затем встреча с гражданами в администрации. Вопросов на приеме немало. От механизма предоставления субсидий до обоснования тарифов за вывоз мусора. Прокурор видит своего защитника, который именно, если они где-то не получают своей поддержки, может именно защитить их права и интересы. В принципе, круг жалоб, он не ограничен. То есть совершенно по разным вопросам. Всех граждан мы принимаем, всех внимательно выслушаем, стараемся помочь. Даже если мы обращение сами не рассматриваем, а это у нас допускается, направляем, значит, тот орган, который компетентен такие жалобы рассматривать, мы эти жалобы все равно берем на контроль. Сам Николай Осипов выбрал эту профессию, по его словам, еще в 7 классе. И сейчас рассказывает школьникам о своем непростом, но верном выборе. Я рассказываю им о своей работе, о том, чем занимается прокуратура, какие направления прокурорского надзора у него есть. И очень, конечно, я в мечтах хочу вот увидеть, что когда-нибудь, может быть, кто-нибудь из тех, перед кем я выступал, они также оденут синие мундиры, также дадут присягу прокурорского работника и с достоинством будут продолжать наше дело. Подробнее о том, из чего складывается рабочий день прокурора, смотрите в программе «Правовое поле». Не пропустите.